Друзья, перед началом этого видео я хотел бы сказать несколько слов о том, что будет дальше. Дальше будет просто полный трэш. Такого не было никогда. Сколько я играю в КФ, не было ничего подобного. Я никогда не выбивал столько капсул за такое маленькое время, тем более бесплатных. И, кстати, те, кто хочет поучаствовать в конкурсе на 500 кредитов, в конце видео, ребята, будет подробная информация. Всем приятного просмотра. Всех приветствую, друзья, и сегодня я кручу бесплатные новогодние капсулы, которые дали за проведенное время в игре. Что же, крутим, и пошла первая капсула старых капсул, которые были в прошлом году. И, опа, керамбиты, ребятки, ты видели? Вы видели, там керамбиты выпали, вот это крутяк. Что же, крутим мы дальше, ребятки, тут, в принципе, хорошая капсула, тут и А12, но, правда, у меня есть и девяточка, и керамбиты, и АВМ-ка старинная, по сути, хорошая капсула. Опа, что тут пока что, ребятки, ничего. Капец, так доволен. Керамбитки выпали. Хороший вообще кнайф. Опа, девятки, вы что? Опять девятка, ребята, вот это прикол. Друзья, сегодня первое число, я кручу капсулу, вообще даже ничего не понимаю, что происходит. И мне падает вторая девятка, новогодняя, на основу. Вы прикиньте, вчера я крутанул просто по приколу одну капсулу бесплатную, которую дали за 3 часа, и мне выпала девятка. Сейчас выпадает вторая, но это просто безумие. Друзья, в общем, вот такая вот раскраска в этой девяточке новогодней, довольно-таки неплохая, да? И вот так выглядят керамбиты. Тоже довольно-таки четко, красиво. Крутим, ребятки, мы следующую капсулу, которая называется капсула Б новогодняя, то же самое прошлогодняя. Здесь тоже есть хорошие призы, здесь есть мой любимый новогодний дигл, М4-1. Давайте подумаем, что тут еще есть, это я не помню. АВМ-ка вроде какая-то, да? И, в общем, нормальные плюшки. Давайте, в принципе, надеемся, может даже реально что-то выпадет. Ну, уже, в принципе, три капсулы просто на халяву, без единого кредита. У меня уже есть на основе, это просто прекрасно. Это какое-то новогоднее безумие. Так, что тут? Пока что, ребятки, ничего нам вообще не падает. Сейчас еще одна капсула, может, что-то навалится. Не, ребятки, к сожалению, с этой капсулы у нас ничего. Ребятки, давайте покрутим последнюю пятерочку, которая у меня осталась, этих новогодних капсул. Здесь, конечно, именно с этой капсулы крутой Крис Супер В. Вообще не знаю, почему-то так нравится мне эта пушка, эта ППшка. Может быть, это ностальгия по тем временам далекого 2012 года, когда впервые добавили эту ППшечку. Ну что ж, у нас еще 3 капсулы, может что-то все-таки выпадет. То есть, да, ребят, давали за 10 часов игры по 6 капсул, по сути, неплохо. Я так смотрю, чат просто разрывается, народ выбивает хорошенько капсулы. Ну, последняя. И нет, ребята, к сожалению, ничего мы тут не выбили. Ладно, давайте поиграем, чтобы было 15 часов. А вот, видите, Крис там вверху. Друзья, прошло 15 часов игры, и мне дали по 5 капсул новогодней капсулы А и новогодней капсулы Б. Что же, я ставлю на автокручение. Пусть, как говорится, капсулы крутятся. Что-то падает, что-то не падает. Что тут крутится сейчас капсула А. Я с капсулы А затащил и девяточку, и АВМ-очку на этот натвинг. По сути, неплохо. Тут, конечно, может какой-то кирпич, калашик быть. Оп, калашик. Не, ну прям как наговорил, да? Видели, там калашик проскочил. Капец, я давно хотел этот калаш. И прям на основу, прям вообще, прям, я не знаю, ребят, это прям бомбит меня уже. Это просто, ну я не знаю. Уже 4, ребята, капсулы. 4 капсулы за 0 кредитов. Это супер акция, просто супер. Друзья, вот так, в общем, улит калашик этот новогодний, АК-47 Christmas. Довольно-таки интересная раскрасочка, но, как видите, она довольно-таки старинная, так как калаш 2010 года, а в наш Crossfire почему-то добавили, ну, в 2017 году, ребята, как видите, в 2017 году добавлять плюшки 2010 года, да, умеем, могем, но, по сути, он довольно-таки неплохой, даже по отдаче, по разбросу, видите, он довольно-таки хороший. Что же, ребята, калаш выбили, теперь давайте поставим на автокручение капсулу Б, говорится, докрутим эти капсулы. И уже как будет, ребята, ну уже в принципе и все, я очень доволен этой акцией, просто безумно, калаш выбился. О, не, вы видели, вообще какой-то прикол. 5-я капсула, ребята, 5-я залетела на основу, мяч, такого никогда не было, сколько я вообще крутил капсулы, такой байды еще никогда у меня не было, 5 капсул за 2 дня, ребята, за 2 дня. Это просто жестко, просто. Сейчас, прикиньте, еще 6-я будет вообще. Я просто выпаду, если будет 6-я. Нет, 6-й не будет, но, в принципе, хорошего должно быть немного или много. Давайте, ребят, посмотрим сейчас на такую винтовку с М901 Christmas. Довольно-таки классный ствол, штурмовая винтовочка.
Конечно, раскраска поярче будет, нежели у калаша 2010 года. И также эта пушечка имеет звук. Мы слышим всеми нашего прекрасного Деда Мороза. Давайте еще раз его послушаем. Хо-хо-хо, ребята, Новый год близко, он уже едет к нам. Как видите, на этой СМ901 видно Деда Мороза, который едет. Насколько я понимаю, китайцы это создали так, мол, это он и смеется. Давайте еще раз послушаем этот божественный звук. Ребятки, прошло 20 часов игры, я получил 15 капсул Бастера. Что же, давайте я оставлю на автокручение. Пусть капсулы крутятся, я понадеюсь, что выпадет хотя бы топорик. Я, в принципе, в чате видел, нормально ребята убивают. Может, конечно, еще повезет, выпадет Бастер или топор. Что же, ребятки, осталась последняя капсула, ну я не знаю, выпадет или нет. В принципе, капсула тяжелая, да, к сожалению, не выпала. Но на этом, ребята, не все. Также на твинке я себе выбил три замечательных оружия. М4А1 Christmas, новогодний Desert Eagle и новогоднюю АВМА. То есть, друзья, у меня к вам большая просьба. Можете, пожалуйста, написать в комментарии, с каким оружием мне сыграть. Со всех этих пушек просто я не приложу ума, с каким мне стволом сыграть, чтобы вам понравилось видео. Как говорится, я полностью предоставляю выбор вам, мои хорошие подписчики. Ребята, а теперь по поводу розыгрыша кредитов. Разыгрываю я 500 кредитов, и условия очень просты. Надо просто, ребята, вступить в группу, сделать репост вот этой вот записи и быть подписанным на мой канал на ютубчике. Думаю, вообще ничего сложного, вы справитесь. Что же, ребята, желаю всем успехов, удачи в этом конкурсе. С вами был Илюха, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, давайте, до встречи.